Вы на канале Новости БП. Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с министром обороны Нурланом Ермекбаевым, Елбасы. В ходе разговора председатель Совета Безопасности был проинформирован о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности населения региона и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Байзакском районе Жамбылской области. Первый президент Казахстана выразил соболезнования родным и близким погибших в результате этого инцидента и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Также Нурсултан Назарбаев поговорил по телефону с акимом Жамбылской области Бердибеком Сапарбаевым. Первому президенту была представлена информация о текущей работе по обеспечению безопасности населения региона в связи с чрезвычайной ситуацией в Байзакском районе Жамбылской области. Елбасы отметил важность работы по организации помощи всем пострадавшим и ликвидации последствий ЧС. Напомним, вечером 26 августа рядом с военным складом в Байзакском районе Жамбылской области начался пожар и раздались взрывы. По последней информации, пострадало около 90 человек. Пятеро военнослужащих погибли. После чрезвычайного происшествия министр обороны Нурлан Ермекбаев заявил, что готов подать в отставку.